Всем большой привет, друзья! Сегодня готовим сырники, пенечки. Нам нужен творог домашний, одно яйцо маленькое, немножко разрыхлителя или соды по желанию, ну, ложечка может сахара, соль я уже положила и пару ложек кукурузной муки замешиваем. Вот, смотрите, из творожного теста формируем такую колбасочку. Все очень быстро, просто получается. Нарезаем такие пенечки не тоненькие, потому что сыр будет плавиться, и они немножечко осядут, прекрасно пропекутся. Не переживайте, что они такие толстенькие. Если вам нужно диетический вариант творожных пенечков или сырничков, просто запекайте их в духовке, не жарьте. Тогда за счет того, что масло не попадает, и калорийность снижается. Вот, легко и просто с двух сторон в муке обваляли, лишнюю чуть-чуть стряхнули. И жарим на сковородочке с двух сторон. Ну вот такая красота у нас получилась. Муки много я не добавляла, поэтому немножечко так опали. Очень ароматно, аппетитно выглядит. Готовьте, кушайте на здоровье.